В начале торжественной церемонии открытия соревнований наградили спортсменов, занявших призовые места на первенстве России по дзюдо в Казани. Серебряной наградой поздравили Фаину Кулиш, Ивана Терещенко, Татьяну Селиткову, Армана Гамбаряна с бронзой. Так как это первенство России, там схватки, скажем, все самые лучшие приезжают. Так что там тяжело было бороться. Ну, первые две схватки, конечно, я быстро прошел, а вот потом уже как бы попал на хороших борцов. Ну, то есть тяжко было бороться с ними. Воспитанница спортивной школы номер 4 Кристина Усова удостоила золотой медали на первенстве России по самбо в Рязани. Осенью она представит край на первенстве мира в Латвии. Всем спортсменам, показавшим высокие результаты на соревнованиях, вручили денежные сертификаты и грамоты. Три схватки я выиграла досрочно, чистыми победами. А в финале соперница была хорошая. Я давно ее знаю, мы с ней дружим. Вот, и получилось, что я выиграла ее незначительно, 2 балла. Первенство Южного федерального округа – отборочный турнир для участия спортсменов на первенстве России по дзюдо, которое пройдет в Анапе в конце марта. Юные дзюдоисты соревновались в 16 весовых категориях. Все ребята показали упорную, достойную борьбу. Сборная команда Краснодарского края номер 1 победила команду Краснодарского края номер 2 со счетом 14-4.